кто по гостям моим пройти мечтает, Бог его прости, со славою, со славою. При этом скелет несчастный мой круша как левой ногой, так и правою. Он с этой мыслью ходит там и сям, гуляет по гостям, беседует, обедает. Что и сам великий маг и факир об этом он чудак и не ведает. И весь его клад и вся родня ему превратить велят меня и в крушевое месиво. Но если уж выйдет кто кого, то я его, а не он меня, скорее всего. И если уж правду быть не быть, то мне ли его не победить, капканом ли, обманом ли? Сожгу на огне, сотру во льду, да что я способа не найду, да мало ли. Но осуществить сей трудный план мешает мне мой премудрый клан, учителей, родителей. Считая, что я его должен в гроб свести, его же путем, чтоб все видели. Но то есть, чтоб ей, родне моей, не осрамиться перед всей державою, державою. Обязан я публично сам протопать по его костям со славою. Вот так-то мы с ним выходим друг за другом, желая страшных мук, как он мне, так и я ему. И можно, прикинув, что к чему, понять, что служим одному хозяину. О, этот хозяин, ритуал борьбы, кровавая ритуаль, обычая, приличия, дающий шанс короткий срок достичь при помощи крепких ног величия. А счастье не здесь, и счастье там, ну то есть не там, а здесь, но не нам прельщаться им, пленяться. А кто не с нами, тот против нас, и вы готовы сей же час заняться им. И снова веселый хруст костей прославит всюду его и мои все власти и династии. И будет повержен враг и дать, который осмелится здесь мечтать о счастье. А счастье не здесь, и счастье там, ну то есть не здесь, не там и не сям, ну то есть ни им, ни вам, и ни нам.